что, завершаем рыбалку зимнюю. Слава богу, лед хороший. Погодка радует. Резкий ветерок, правда. Тарифе нас порадовал шашлычком. Надеюсь, вкусный. Всем здоровья, все не болейте. Давайте. Вот это за стол. Ну, завершение сезона. Тут и мне говорят один кусочек. Кушай на здоровье. В этот раз мясо, что ли? Да? Офигеть. Я не знаю. Я вообще офигею с этих ботаников. На рыбалку ходят с шашлыком. Приучают. В культуре общения. Подсаживают, короче. А рыба смотрит и думает, нифига себе, как, чего они себе там наложили. Покажи, какой стол. Нормальный стол. Время 3 часа, ну, в смысле 2 часа 20 минут. Что мы имеем сегодня? Имеем вот такого одного окушка и вот столько уже сороги. Литровая канистра. Мы сегодня еще половим, да? Половим. Так, ну вот, камеру на голову надел, чтобы больше, чтобы вы были в курсе всех моих событий. Когда камеру включаешь, вы же понимаете, плевать перестает. Что-то есть, но небольшое. О, окушок очередной сегодня матросик, который благополучно уходит, освоясь расти.
хорошего хитрючка. Где-то отойди, где-то вон я попадусь. Смотри еще. Взялся не этого парыша. Уточки заработали. Ух, ничего себе, сейчас уточку тащит, смотри-ка. Какой агрессивный кто-то там такой. О, какой рыб. О, а мог бы уйти, да. Или совсем небольшая рыбка может утянуть удочку. Только как ее и звали, поминай. Эти стульчики хорошо влезают гармонично. Тихонько покачусь. Давай. Ребята еще продолжают. Они здесь посидят. Я уже пошел. Спасибо, озеро. Сейчас мы туда поедем. Тоже завидел? Конечно, я разговаривал с ним. Ну что скажешь про последний рыбацкий день? Медвежий был. Хорошо. Я видел медведя сегодня. Видел? Да, на берегу. Видел медведя. А, он сидел очень долго. Да у меня ни камера не приближает. Он сидел очень долго на нас смотрел. Да неподвижно. Это негодник, а? Я думал, что мне показалось. Потом у меня клюнуло. Я раз такой обратно посмотрел. Его уже нету. Ломанулся? Да, такой, скажем. Нет, побольше. Побольше? Да, такой. У нас там красивее, он такой здесь, знаешь, как-то такой. Более как вот твои штаны. Ой, как пенек сидел такой на берегу, гад. Да. Ну что, Леша сейчас придет, и мы поедем вперед. Да. Вопрос стоп видео.